Всем привет! По прогнозам гидрометцентра, выходные в Воронеже обещают быть солнечными. Конкретнее о погоде расскажу прямо сейчас. В субботу, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем столбик термометра покажет плюс 20 градусов, ночью прохладнее, плюс 9 градусов по Цельсию. В воскресенье днем ожидается ясная погода. Днем плюс 22 градуса, ночью плюс 10. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера. Прямо сейчас. Телефон в описании.